Махачкалы 3 километра осталось. День какой день? Шестой, что ли? Вроде шестой день. 500 метров. Дагестанская японская кухня, заходи, дорогой. Как? А не знаю, там через тире было, ну, значит, подразумевается и... Чего вы больше тебе? У них такие шмётлы у всех большие. Как раз я поснимаю красоту такую. Белоснежная мечеть. О, тут еще и пристрой. Как не. Вот это красиво. Thank you.
люблю города рано утром. Но никак не днем. Маленький город Каспийск. Я говорю, ну ладно, тогда приедем. Куда ж мне деваться, если ты разрешение забыл выслать по почте, дорогой? Надеюсь, он его переделал. Зачем? А? Зачем? Я так поняла, он старшим группы сделал несовершеннолетнего нашего сыночку. Зачем переделать-то? Ну, так положено, чтоб тебя не штрафанули. Смысл тогда, что мы заезжаем. О, жираф стоит. Статуя жирафа. Как хорошо, когда люди спят, а? Диапазон. Красный вон. Никит, смотри, в Каспийске есть спортмастер? Этот как его нужен? Леруа, там Леруа. Что-нибудь такое. Короче, папе нужна палатка новая и веревки, которые кончил. И палатку подарил кому-то. Я сегодня написала в группу ВК, в сообщество «Подслушано», «Заречная», «Новогеоргиевка». Просьба, если кто взял нашу палаточку, пожалуйста, верните. Что я верю в чудо. Мы не успеваем, короче, квартал проехать. Встреваем в красный. И опять стоит. А они так быстро-быстро, вон, вжих, два квартала успели. Ну, это город, понимаешь, тут зевать. Нет, ну, скоростной режим тоже бывает, наверное, для всех. Заборы у всех капитальные. Время 5:03, машины стали появляться, блин. Дагестанцы проснулись. Все крепыши, короче. По-другому не строят. Наверное, это как-то подло. Да, надо быть соответствующим соседом. Похоже, большую. Вообще большая. Представляю, как красиво будет, да? Тут явно в новостройке уже. Улочки аккуратные какие-то.
выпить. Ну, ворота это шедевры у них, шедевры. У каждого свой шедевр. Это можно каталог ворот сделать, вот по селу какой-нибудь проехать. Здесь новостройки. Горы Лакраины Махачкалы. Первые горы. Впереди Каспийск. Новостройка Каспийск. Домики красавышные. Ай-яй-яй, вот это домик. Так, чуток-чуток. Места нет, это же Кавказ. Это мне это напоминает. Адлер. Помнишь? Где мы последний раз не с палатками отдыхали. Это вот вечером везде вот так. Ну, там один раз только были. Вот, я имею в виду до палаточного отдыха. Дагестанские развлечения. Заметьте, там песок. Мы туда проехать не смогли. Они проехали. Еще играются. Рано утром.
продолжается давненько. Они пьяные просто. Говорят, в Дагестане пить нельзя. Даже мне уже надоело. А, там другой снимает их. Я думаю, чё ж вы так долго резвитесь? Контент у них такой. Все, угомонились. На пляже гуляли. Нет. Да уж. Людей не бегают. Ну, конечно, на жаре, вот на солнце у них такие эти маленькие. Не закрытые. Жарится здесь, жарит. Додж, скорее всего. Вот этот додж. Большой и толстый. Короче, не дождались мы своих ФСБшников, которые к 8 не приходят на работу. Нам сказали до 10 ждать. Мы решили помыться. Меня заляпали. Третий раз пошли в ФСБ, вот это, блин, бардак, бесконечный бардак. Мы уже и машинку помыли, все.
Мне уже и разрешение не нужно. Уезжаем из Каспийска. Так, окраина Каспийска. Дороги не бележачего, как всегда. Смотри, у них месяц лежа. А у нас так же? Я говорю, у нас не лежа. А? Так, приехали, смотри. Круговое движение. Второй съезд. Продолжайте движение 13 километров. Вот это сейчас сквозь пролетел. По правилам пролетел? Нет. Он прям под нос. Слышишь Дубай? Ну, как состарюсь, я начну в Дубай летать на самолетике, все включено. А пока здоровья хватает, так буду. Полицейском. На трассе в Дагестане полицейский. Лежачие. Лежачие. Это же Дагестан, понимаешь? Их ничего не останавливает, поэтому они на трассе сделали полицейские. А мы не привыкли с полицейскими на трассе. Да, вообще не привыкли. Вот если передо мной человек не прыгнул. Прыгнул. И тормозил. Тормозил. Ну вот, вспомнили мы светофоры на трассе. Скиньте. Поехали. Едем на тот конец Дагестана. На границу Сирии. Thank you.
река, что ли? Да. Просто на обычных. Сейчас же нет 76 Да. Каждом километре, причем на дорогах жизненных, ну и, конечно, на дорогах. Еду я, реки, степи, горы и поля. Видел я вчера в твоих глазах шар воздушный, глобус в небеса. Море вижу. База. Туристическая база. Все там. Рубас. Что за рубас? Что там они делают? Смотри, машины стоят. Что они там делают? Купаться поехали они все. Второй. Лунь вижу. Лунь вижу. А можно дальше ехать? У нас до самого. Есть. У нас до самого Азербайджана это. Люди, понимаешь, я первый раз людей увидел. Серьезно, ты просто по таким местам лазишь. Где людей нет, да? Это не я, это ты. Зато... Я, знаешь,
Вот этот чеченин, знаешь, первый раз здесь услышал. А ты вообще все первый раз слышишь? Иди. Куда? Не-не-не, дальше наверх. Парковка, блядь. Бесплатно. Вон же Лунь, бесплатная парковка. Пошли, папик догонит. Классная музыка. Да? Так может тебя в Дагестане оставить? Вот, кстати, это больше мне нравится. Море, цвет хороший. Запах моря, да. Запах моря другой. Не как там, блин, в Махачкале, да есть. Какая спичка. Я читал про эту Лунь. Я ничего уже не помню. Аэропорт. Вроде как говорят, что потом будут парк делать. Он же мог на воду садиться. Такой тяжелый, да? Видишь, у него брюхо такая корабля. Мог, естественно, рассадиться и взлетать с воды. Мне музыка больше нравится, слышишь? Мне музыка и кафе больше нравится, чем Лунь. Атмосфера. Да. Кавказ. Заправка после Луни в сторону Азербайджана, границы. Более-менее такая цивильная. Вода. Дорожный голос.
Ты говоришь, что любишь море, когда ласкает слух волна. Возможно, любишь, я не спорю. Но только любишь не сполна, а так, как все, когда прозрачно, когда до жути не штормит, так однобоко, однозначно любовь тупик, любовь лимит. Когда на берег не выносит свою печаль, свое нутро, когда оно тебя не просит собрать обратно все в ведро и возвратить, пусть бесполезно, плевать, когда вы заодно. Запомни, море – это бездна. Запомни, море – это дно. Но ты поморщился спесиво и дал понять, где дно, где ты. А дно по-своему красиво, но ты не видишь красоты. Ты говоришь, что любишь – спорю. Пойди скажи это другим, кому угодно, но не морю. Ты просто пользуешься им. Или Джи. Местных занимаются, походу, вот так ходьбой. А может, это и не местные. Судя, что он в шортах, не знаю, может, и не местные. В шортах и белые ноги, наверное, приезжие. Вчера засыпали под звуки крики шакалов. Немножко тревожно было. Сегодня надо почитать про шакалов. Вечером много местных здесь. Вчера море бушевало, сегодня притихло. Сейчас пойду купаться.
Вечером было много местных, они купаются все в одежде, в платках. Мужчины в трико, в футболках. Видел молодых парней, они были в шортах ниже колен, в майках черных. Ну, поэтому я как-то воздержалась вчера от купания. Да и некогда было вчера. Эти в шортиках все-таки это местные. То ли ходьбой занимаются, то ли по делам. Вдали видно Дербент. То есть мы сейчас на пляже за Белиджи, а на концовке залива видно Дербент. Вот здесь вот камера уже больше ближе не берет. Вот желтенькая на горе. Это крепость Нарынкала. Тут я хочу в горы. Где-то дагестанский мужчина рыбу ловил, где он сериала. Фу. А нет, вот он, наверное. Дальше не берет. И там стоит в шортиках в воде, рыбу ловит. Бинокль хорошо видно, камеру уже меньше. Аккумулятор отключили машину. Чего? Аккумулятор машины отключили. И чего? Нет, это регулятор выдавал. Мы сегодня устроили постирушки. Здесь сухое дерево. Ну и все штаны с футболками. Костюмы мы сюда и навешали. Дерево чистые ветки. Ты туда первый. Нет. Для меня посчитайте до глубины. Сколько шагов? Там холодно.
Ой, такая холёсенькая идёт. Рита! Ну ты чё? Чё ты допёр? Смотри, собачка какая красивая. Ты кто? Ямка бы не провалилась. Я не могу. Уходит, уходит. Привет. Ой, ты какая пуся. Привет. Ты чья такая хорошая. Я, говорит, сейчас написываю вам. Ага, вот прям вот тут. Привет. Дальше, говорит, пошла. Бежать будете, нет? Будем. За руку, что ли? За руку. Чем он бежит? Я его не догоню. Давай. Когда побреешься? Утро, да? Тебе не получится. Oh, my God.
Я спал, а меня бросили. Сейчас я тоже собираюсь спать. И папа собирается спать. Это оккупанты оккупировали мою палатку, свою выкинули где-то, блин, в Калмыкии. А теперь залезли в мою палатку. Жарко. Всем пока.